И в этом видео мы поговорим о том, сколько лично вы можете зарабатывать на этой интересной творческой профессии. Как я и говорил, использовать визуализацию в коммерческом смысле можно тремя способами. Вариант номер один – это устроиться на работу 3D-визуализатором. Вакансии, как вы поняли, уже навалом. Вы можете смело рассчитывать на зарплату от 40 до 60 тысяч рублей. Причем, даже если вы живете в маленьком городе, нет никаких проблем, большинство визуализаторов сейчас работают удаленно. Вариант номер два – использовать визуализацию как дополнительный доход к своей основной работе. В этом случае вы можете смело рассчитывать на доход в 100 тысяч рублей в месяц. В создании фотореалистичных картинок нет ничего сложного. Поверьте, это простой и очень увлекательный процесс, если знаешь, как что делать. Вариант номер три – сделать 3D-дизайн своим основным видом деятельности. И в данном случае вы можете рассчитывать на доход гораздо более выше, чем 100 тысяч рублей в месяц. Об этом мы поговорим с вами чуть позже в этом видео. Но у большинства самостоятельное изучение визуализации затягивается минимум на полтора года. Это происходит по той простой причине, что изучение идет по урокам, где очень много левой информации. Существует как минимум 5 способов создания травы, 4 способа моделирования архитектуры, бесчисленное количество способов настройки дневного освещения, куча уроков по темам, названия которых вам даже ни о чем не скажут. При самостоятельном изучении 95% времени приходится тратить впустую, изучая вот эти вот левые уроки, информация из которых никогда в жизни вам не пригодится. При этом, если у вас уже есть работа, дела какие-то, то через некоторое время вы замечаете, что тратите все свое свободное время на эти уроки, забывая про отдых, сон, общение с друзьями и близкими. Я предлагаю вам не тратить месяцы на эти уроки и получить дорогую профессию очень быстро. Представьте, что через 2 недели вы полностью заполните свое портфолио дневными и вечерними рендерами и покажете вот такие проекты своим друзьям и близким. Представьте зависть тех, кто думал, что у вас ничего не получится. Особенно представьте, что они будут говорить и думать, когда ваши проекты будут полностью реализованы. То есть, они будут построены. С такими навыками у вас будет постоянный поток клиентов и денег. Вы наконец-то сможете позволить себе то, о чем уже давным-давно мечтали. Итак, если вам достаточно просто фотореалистичных картинок, вы можете зарегистрироваться на профессиональный курс прямо сейчас по самой минимальной стоимости. И уже через 2 недели у вас будет в распоряжении дорогая профессия, на которой можно зарабатывать удаленно от 100 тысяч рублей в месяц. Однако, как я и говорил, визуализация – это самое простое, что вы можете сейчас сделать. Технология развивается, и развивается с невероятной скоростью. И то, что раньше казалось просто невыполнимо, сейчас уже вполне достижимо. Я говорю о технологиях, с помощью которых можно делать интерьеры и экстерьеры в 10 раз быстрее конкурентов, а соответственно и зарабатывать в 10 раз больше денег. Пока обычный визуализатор подготовит обычные картинки, вы за то же самое время с помощью этой технологии сможете подготовить и картинки, и видеоролики, и интерактивную презентацию. Эта технология стала возможна с выходом нового программного обеспечения. В этой программе пока еще толком никто не разбирается, хотя на самом деле она не сложнее обычного 3D Max. Итак, если вам достаточно просто фотореалистичных картинок, достаточно навыков по созданию этих картинок, выбирайте под этим видео соответствующую кнопку, и через 2 недели у вас на руках будет дорогая профессия и полностью сформированное крутое портфолио. Если же вы хотите узнать подробнее о новой технологии, жмите вторую кнопку и смотрите подробную информацию по новому программному обеспечению.